Такой глок ты никакой не найдешь за эти деньги. Это вообще мой самый первый скин, который я купил в Counter-Strike. Вот он, красавчик, ребят. А для тебя подготовил вот эту элиточку. Ну и долгожданный топ-1. Эй, здорово, дружище, с тобой Серега, Сайбербанана. И ты часто меня спрашиваешь, какие скины покупать примерно за 100 рублей. Я знаю ответ на этот вопрос и подобрал тебе лютейшую подборку именно скинов, которые стоят не более 100 рублей. Если тебе это интересно, присаживайся поудобнее. И, кстати, эти скины, которые я все покажу, я разыграю у себя в группе ВКонтакте. Первая ссылочка в описании. Начинаем. А победителем с прошлого ролика на вот этот вот скин становится барабанная дробь, вытаскиваем и Флозер Пук. Я написал комментарий, пишет Флозер, отлично, дружище, напиши мне ВКонтакте и подтверди, что это твой YouTube аккаунт. А для тебя подготовил вот эту элиточку. Все, что нужно сделать, это подписаться, поставить лайк, написать любой комментарий и пригласить одного друга ко мне на канал. И уже в эту пятницу подведем итоги. На 10 месте у нас Рельсотрон, вы посмотрите, взял я его после полевых испытаний, качество отличное, обычно говорят, что это пламя на минималках, я с этим согласен, но цена меня радует и выглядит потрясающе, с таким реально не стрёмно играть. Переходим теперь к 9 месту. Этот скин, ребят, под названием Брифинг, тоже после полевых испытаний, очень старый скин, но до сих пор актуальный, и его цена также колеблется от 90 до 100 рублей. Годно, да, есть хорошая альтернатива ему, а именно, взгляд в прошлое. Переходим к 8 месту. Вот он, красавчик, ребят, хорошая альтернатива Брифингу, и его цена абсолютно точно такая же. Если ты считаешь, что этот скин круче, чем Брифинг, обязательно влепи лайк, и я пойму, что мы с тобой вместе мыслим одинаково, и это было 8 место. Идем дальше. 7 место, ребят, статтрек Красный Ястреб. Почему статтрек? А почему бы и нет? Если есть цена 100 рублей, значит годно. Выглядит охренительно, даже тут еще какие-то наклейки есть. Ну что, согласен? Летим дальше. 6 место. На это место, естественно, я поставил такой юсп, взгляд в прошлое. Почему? Да потому что вместе с РТМ-кой, ты посмотри, получается реальная годнота. Сет просто идеальный. И цена вот этого юспа прямо с завода также 100 рублей. Охрененно. Конечно, да. Летим к 5 месту. А в топ-5 у нас врывается ТЭК-9 Айзек, еще и вдобавок статтрек, ты представляешь? И это все стоит точно так же, как и другие любые скины. Кстати, первая ссылочка в описании, не забывай, все вот эти скины, которые я показываю, я разыгрываю у себя в группе ВКонтакте. Но Айзек, заслуженное 5 место, переходим к 4. Сейчас ты можешь со мной не согласиться, но я считаю, именно этот глок из CSGO 20 кейса должен быть в топ-4. Почему? Во-первых, 100 рублей стоит, такой глок ты никакой не найдешь за эти деньги. Во-вторых, статтрек тоже охренительный. И в-третьем, он просто недооценен и выглядит достойно. А теперь переходим к топ-3 просто лютейшим скинам в районе 100 рублей. И врывается у нас вот этот юсп закрученный, немного поношенный, выглядит он крайне круто, это вообще мой самый первый скин, который я купил в Counter-Strike, поэтому топ-3, хотя бы топ-3 я должен был ему отдать, и также цена в районе 100 рублей, а теперь топ-2. Барабанная дробь, АК-47, элитное снаряжение, поношенный. И да, его цена тоже 100 рублей. Я вообще считаю, что именно вот этот предмет крайне недооценен. Я бы ему ставил 500, 600, возможно 800 рублей. Даже мог бы как-то поставить рядом с красной линией калашом. И добавок, он очень старый, поэтому очень часто к нему прилетают на халяву наклейки, когда ты будешь покупать по автозакупу. Ну что, дружище, переходим к теперь топ-1. И это для тебя будет сюрприз. Ну и долгожданный топ-1 это Фобос после полевых испытаний. Стоит также 100 рублей. Самое интересное, что за эту цену ты АВП абсолютно никакого не найдешь. АВП-шеры меня поймут. Есть только бог червей и есть только гадюка. Все, но это не интересные скины. А вот этот выглядит очень круто, очень достойно. И даже кажется, что у него встроенный уже статтрек. Вот посмотрите, на скине видно. Я считаю, что он достоин быть на первом месте. Если ты считаешь так же, обязательно поставь лайк. Если ты считаешь, что какие-то другие скины есть, либо скины, которые я тебе показал, немножечко там в разных местах должны стоять, обязательно об этом мне сообщи, я прочитаю каждый комментарий. Но вот я и рассказал тебе о лучших скинах, которые ты можешь купить за 100 рублей. И кстати, дружище, вот эти все скины, которые ты увидел в видео, я разыграю у себя в группе ВКонтакте. Первая ссылочка в описании, обязательно участвуй. Также участвуй в этом розыгрыше, в пятницу подведем итоги. И посмотри вот этот годный ролик. Все, я с тобой прощаюсь, пока-пока, а ты туда.